нужно нанести тефлон, предварительно очистив поверхность деталей. Это так называемые детали утюга. То есть эти детали при помощи нагрева запаивают пакет. Например, пакет с молоком, пластиковый пакет с другими продуктами пищевыми. Это все происходит благодаря запайке вот этими, вот этой частью запаечной частью, которая нагрета, так называемые утюги. Вот нужно нанести тефлон, так как постепенно от большого количества пайки покрытие истирается, его нужно восстановить.